Тирамп, большое спасибо за донат. Drain the Blood. Давай тоже на всякий случай за кадром я посмотрю. Короче, я понял, Distillers нормальная вообще группа, прям можно послушать. То есть у них кто-то есть Dismantle Me, я просто дальше не слушал их, даже не углублялся. А так, прям что-то есть там. Хотя не знаю почему, мне как бы Тёлка Кор всякие очень нравятся. И материал тоже такой панк, грязный, такой гранжовый немножко. То есть вообще моя тема абсолютно. Хз, почему я? А гаечный ключ у нас почти у всех, в принципе. Благодарю за донат. 3000. Чак. Прикольно. Десять мониторов себе куплю, вообще прям можно будет, знаете, мутить там. 10 мониторов, 1000 камер, можно будет супер стримы мутить с переходами, со всякими такими, типа, со сцены на сцену. Ну блин, как бы тун-ту-ту-ту-дун. Но все равно как бы то есть туповато, но звучание хорошее у них, приятное. Вокал кайфовый. То, что я люблю, в смысле. То есть именно как бы когда девчонки хорошо именно как-то харшат, хрипло поют, типа, мне, в принципе, нравится. По панку так. Люблю эту тему очень. Мне бы с топором. Ясно. Да, был бы топор, дал бы тебе топор, но только ключи. Бас вообще, что ли, типа, он струну, типа, спустил. Ля, как она, смотри, уходит такая, просто жесть, просто жесть. Она что, гитару в толпу, что ли, кинет? Её там охранники, типа, это... Отгоняю, типа, стой, не выпендривайся. Да не, она реально, она что-то так замахивается, типа. Реально кинула гитару в толпу просто. Зачем? Вот так. Потому что может. Да, ребятки. И самое крутое, что ему зло-то при этом тоже хорошее. Так что вообще просто группа-находка абсолютно.